последнее время в сплоченном жанре симуляторов наметилось очевидное размежевание. Многие фирмы, следуя влияниям времени и просьбам военных консультантов, с головой ушли в реалистическое отображение реальных же транспортных средств. Однако не всем оказалось по пути с этими искателями истины в виртуальном мире. Правдивое изображение самолета хорошо до тех пор, пока вы способны им управлять и получать от этого удовольствие. Компания NovoLogic, большой сторонник идеи о том, что игра создается для развлечения, в скором времени выпустит третью версию игры Comanche. Она разительно отличается от предыдущих частей своей графикой благодаря новой технологии Voxel Space 2. Все объекты в ней прорисованы до мельчайших подробностей. Например, облака на небе теперь не похожи друг на друга, а дым перестал изображать из себя концентрические кольца или шарики из темных точек. Теперь он густой и, очевидно, маслянистый. Именно так дымит сжженная резина и горючее. Отличается новый Comanche и наличием сюжетной линии, связывающей миссии в боевой кампании. А для того, чтобы пройти всю игру, потребуется более 200 летных часов. Очередной выпуск программы «Компьютер» подошел к концу. До встречи в воскресенье. Пока!